Смотрите, сколько огурцов выросло. Все только сажают семена, а мы уже собираем урожай. Эти огурцы мы посадили в январе. Как видите, у меня два контейнера. Многие подписчики жалуются, что у них огурцы на подоконнике никак не хотят расти, засыхают еще на стадии зарождения. Тут возможны три причины. Первая – мало земли. Одной лиане, чтобы хорошо плодоносить, надо минимум 5 литров грунта. Второе – грунт бедный, тогда растения надо подкармливать. И третье, очень важное – не каждый сорт может расти в домашних условиях. Вот поэтому я беру проверенные гибриды,